Некоторые отрешенность и неуверенность заключенной буквы «И» мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Бывают достаточно щедрыми и используют деньги в качестве средства, чтобы достичь определенных целей. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквы «Ф» осуществить и половину задуманного. Владельцы этого имени находятся под покровительством Сатурна, одной из самых мрачных фигур в планетарной системе. Если они решат начать карьеру в несвойственных им областях, авантюризм, легкость на подъем и предприимчивость мало свойственны типичным представителям этого знака. Так что в лучшем случае дело закончится легкими неприятностями, в худшем – тотальным крахом. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Ре – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.